Доброе утро, ребята. Дождь идет у нас. Соня в новой курточке. Дождь идет, но тепло. Только не прыгай сейчас, Соня, тут положим. Давай вот так, вот так, вот так. А Соня мне только что отдала рисунки. Говорит, мама, смотри, это тебе. Это она нарисовала Кади, ее подружку. Это я, говорит, а это Соня. Ой, не могу. И это она нарисовала меня. И вот это она. Похоже, да, на розового фламинго. Какая-то мама с бородкой. Такой дождь был с утра. Что-то давно я под дождь не попадала. Прям ливень. Сейчас все распогодилось, солнце. Как будто ничего и не было. Я иду на почту, я сейчас заезжала там один банк. Я могла кое-что сделать, но там они сказали, что им нужен оригинал моей прописки. А мне только копия. Я не знаю, где оригинал. Мне говорят, нет, нужен оригинал. Я вот сейчас иду на почту, попробую это через почту сделать, без оригинала. Посмотрим, прокатит, нет. И заодно прогуляюсь. Поела, сейчас такая голодная что-то была. Я же так еще и не укололась. Сегодня, наверное, уколюсь последней дозой. Ну, последней дозой из того шприца. Выпила питьевой йогурт и сделала себе горячий бутерброд с лавашом, да? Думаю, сейчас его весь съем. Прям большой сделала. Но, видимо, у меня уже желудок сам тоже уменьшился, да? Что такие порции уже не влезают, слава богу. И я на таком энтузиазме думаю, сейчас я позавтракаю плотненько. Я его на 4 части разрезала, и вот вторую часть, когда доедала, уже думаю, я уже что-то не могу. И все, и не стала себя больше впихивать. И отложила, и вот решила пройтись. Я думала, помните, я когда-то летом хотела взять девочку, ну, которая будет со мной работать, помогать мне, рекламу искать, все такое. И я тогда сделала анкету, и многие написали. Я так и не выбрала. И думала сейчас сделать, но вот не знаю. Потому что я все-таки хочу это сделать. Просто потом я познакомилась с немцем, завертелась, закрутилась. У меня сместился фокус. Естественно, первое время ты все время в такой эйфории. Ты туда, ты сюда, тебе ничего не хочется. Мне тогда мой психотерапевт тоже сказал, Юля, ничего страшного, это нормально, когда вы влюбляетесь, что фокус смещается, говорит, просто, говорит, ну, как бы делай свою работу и не забывай ребенка, а все остальное можешь отодвинуть. Я так и сделала. Сейчас все-таки решила, что не знаю, насколько актуальны еще те анкеты, поэтому я думаю, может быть, сделать новую анкету. Оставлю тогда, наверное, если я сделаю, под этим видео ссылку на новую анкету, поэтому кто хочет со мной поработать, то переходите по ссылочке, заполняйте анкету. Многие мне потом писали, блин, Юля, анкета уже неактивна, я только сейчас увидела, так что вот сейчас как раз шанс есть заново всю эту анкету запомнить. Я решила туда еще пару пунктов добавить, потому что мне в той анкете не хватило парочку, ну, вопросиков, да. Было не обязательно мне там каких-то профессионалы, главное мотивация, главное желание и ну, немножечко понимания, да, современного мира, если вы смотрите блогеров, понимаете немножечко, как устроено в соцсетях, вот, как-то так. Ну, если, конечно, у вас уже есть опыт работы с блогерами, с рекламой, это не прям обязательный пункт, ну, плюс пункт. Ха, прокатила. Я так и думала. О, их две в наборе, прикольно. Такие заказала папки Соня. Красивый. Отзывы, как она любит. Это для садика, вот такую большую, А3. Попросили принести в садик для ее рисунков, видимо. Так мило. Такая симпатичная. Такая нежная-нежная. Пустая папочка. Класс. Это А4, а то А3. Будет написать ей имя. Тут внести в сад. Пупсик мой. Сладкий. Видите, летают эти две мошки тут. Вон я наверху наклеила
для них мышеловку. Ну, такую штуку, да, она феромоны какие-то выпускает 2 месяца. И они на нее должны клеиться. И вот в тот шкаф я наклеила, в этот пока нет, потому что там у меня, я вам показала в прошлом влоге, там у меня шлюп веспен, не знаю, как они на русском, которые вылезут, они должны съесть. Его, посмотрите, их уже 3, никого не было. Видимо, реально, посмотрите, вон, 2 летают и 1 ползет. Мы вот с Сонечкой ждем, да? Пока это залез. Давай супчик ешь, только дуй. Супчик у нас теперь вот с одной картошечкой. Вообще не ест овощи. Надо попробовать пюрированный. Я ей как-то давала пару раз, она не ела. Ой, ну как есть. Одна попалась. Эти нарисованные, а вон внизу видите, да? Попалась, короче. Давай ты тоже туда. Ишака, это как ослик. О. Здорово. У тебя отлично получается. У кого? Нажми на картинку, и я расскажу. На вопросик надо. Кто любит поваляться в луже, чтобы охладиться? Хрюша. Соня сказала, убирайся, приду проверю. Посмотрите, как она убралась. Да, она думает, я не замечу или что? Почему я это не сделала зимой? Столько у меня замороженных продуктов, если они сейчас все это растает. На балконе ночью сейчас, ну, где-то градусов... Сейчас где-то 7, наверное. 8, в принципе, можно. Но я надеюсь, у меня просто проблема. Вот это все можно сейчас прям, да, убрать. Вот этот ящик не вытаскивается. И здесь уже наморозилось. Я его... случайно иногда забываю закрывать дверь. И из-за этого, да, естественно, лед нарастает. И я из-за этого ящика не могу... Оно вот тут выступает, я уже не могу нормально закрыть. Поэтому так-то эти можно помыть, это помыть, и все, оно уже оттаившее. Но вот тот я его сейчас отключила, но, надеюсь, недолго. Шлек, я хочу! Шлек! Он так отодвигаешь? Видела? На, играйся. Мама, ты не надо, ты еще один. Thank you.
Я сейчас зашла в спальню, и Сонечка там посапывала. Это так мило. Я обожаю, когда она спит. Я вот захожу всегда перед сном, ложусь с ней рядышком, бывает прям в кровать. Раньше было неудобно, потому что вот это все, некуда было лечь, да, просто там со всех сторон бортики. Теперь я вот коротко помещаюсь, я ложусь к ней и просто дышу ей. Она так вкусно пахнет, ну, мамочки меня поймут, просто идеальный запах. Вот я хочу такие духи, ужасно, да, крипи как-то звучит. Не, ну, это самый божественный запах на свете, и вот она там посапывает. Я ей волосики глажу, убираю, щечки глажу. Она такая тепленькая, такая мягенькая. И кожа просто гладенькая. И так вкусно пахнет, я прям не могу. Я просто только что из спальни вышла. Так, у меня разморозился холодильник. Что с ним не так? Я говорила, я мне иногда забываю закрыть дверь. Не то, что забываю, я как-то захлопну, она как-то открывается. В общем, из-за этого он меня стал подмораживать, да? Потому что сегодня, например, весь день была открыта эта дверь. В общем, все сейчас разморозило. Сейчас буду складывать обратно. Варю суп, потому что разморозились все продукты. Сейчас буду запекать рыбу. Жду завтра гостей. Вообще-то не ждала, но теперь надо кого-то звать, потому что столько еды сейчас будет. Ну, наверное, можно второй раз заморозить. Думаю, может быть, не умру. Но, с другой стороны, я знаю, что эти продукты уже были разморожены, заморожены. Как бы не советую по 500 раз замораживать, перемораживать. Я решила, ладно, приготовлю. Короче, с морозильника все оттаяло. Сейчас, да, половину, может быть, выкинуть надо, потому что только не наготовлю, а замораживать второй раз не хочу. На полках куча моли. Там у меня поймались две штуки. Чем сделали они еще рисунки с этой молью? Ну, я открыла этот шкаф, вот этот, где мама все выкинула. На потолке вон сидят. Этот я открыла. Я туда тоже Нет, я там эти расставила, да, там, которые будут вылупляться и жрать. Там куча уже моли. И мама выкидывала, она все пересматривала, и где находила личинки, выкидывала. Мне все поголовно пишут: выкидывай все к чертовой матери. И я так и сделала. Я сейчас все выкину, если я смогу. Я не знаю, может, перчатки одеть, потому что мне просто... Я вот говорю, а у меня... Я вам показала, что волосы дыбом, но у меня там нет волос. Ну, мурашки. Is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Еще одну, потому что просто они размножаются со скоростью света уже с потолок мне. И принесла на ванну еще чек-лист с дачей на ванну, у меня там все в шкафах. Так, это у нас такие макарошки с курицей. Кстати, пахнет вкусно, такие в сливочном соусе, грубо говоря. С грибами, с луком и горошком. Это просто было готовое. Я не знаю, сколько оно у меня лежало в морозилке. Но прежде чем выкинуть, думаю, приготовлю, попробую. Ну, не сейчас, может быть, завтра. А то я иногда такое что-то... Я вообще такое не ем, но могу купить на пробу. А потом оно у меня лежит годами, а потом я выкидываю. Думаю, попробую. Кстати, ровно на одну порцию. Пахнет вкусно. Ну, у меня, кстати, нет сейчас аппетита. Хотя пару часов назад еще был. Я смотрела в Инстаграме сэндвичи всякие. Ну, такие необычные сэндвичи, а там с
Смотрите, мне эта маечка, она как будто на мне, да? Но мне была, ну, как обычная маечка, облегающая, а теперь такая... Что говорила? Я не помню. Что я только что говорила? Сэндвичи. Там такие из стейков с какими-то крутыми соусами, сыром бри. Такие прям сочные. Раз замороженные булочки запекаю в духовке. Твердые такие снаружи. Я не знаю, у меня все инструкции потеряны, просто кинула в духовку. Вроде пропеклись, внутри мягкие, снаружи твердые. Удобные для Сони как раз. Но я думаю, завтра они уже будут твердые. А зачем это я ем? Хлеб. Рыбка. Это у меня опять белая под зажарка из лука, моркови и чуть-чуть майонеза. А это просто красная. Здесь у меня супчик куриный. 5-литровая кастрюля из 2 пачек курицы. Компотик. Лежали у меня фрукты замороженные. Булки и вот это вот макарошки с курицей, да. Да, я давно так не готовила много, учитывая еще то, что я как бы не ем, да, в последнее время так много. Да, ну компотик будет Соня пить, супчик. Мы все будем есть, и я, и Соня, и если успею, может быть, отвезу немца чуть-чуть, он заболел. Но у меня завтра столько дел. Если только потом. Ну, посмотрим. В принципе, можно и рыбки ему отвезти. Потом еще завтра сделаю пюре с цветной капустой и с картошечкой. Очень мне понравилась эта комбинация. Холодильник все. Я включила обратно.
Все оттаяло. Вот этот ящик у меня вообще не выдвигался. Теперь все окей. Ничего там не осталось. Я все выкинула. Ну как, я все, что я могла, приготовила, но на большее у меня не хватает ни времени, ни фантазии, ни места, ни посуды. Что да, сейчас уберу тут еще этот беспорядок, а уже из шкафов буду убирать завтра, потому что у меня уже нет сил, время час ночи, поэтому думаю, на сегодня хватит. Я устала. 2 часа у меня на это ушло, если не больше. Да, 2 часа. Спина теперь болит. Ответим на вопрос дня. 21 марта. Что вы сегодня сделали правильно? Я разморозила холодильник. Можно это назвать правильно? А что еще? Я знаю, что я сегодня сделала неправильно. Но вопрос не в этом. Блин, просто говорю и засыпаю. И птички поют, как будто бы уже рассвет. Что за фигня? Я просто в последнее время довольно-таки нормально держу режим. Ну, бывает там иногда раз в один день поздно лягу. Но так в основном нормально. Поэтому я прям вырубает меня. И голова не варит. Напишу про холодильник. А, еще я укололась же сегодня. Поэтому, может быть... и это. Блин, капец. Все, ребят, на этом все. Такой вот коротенький влог. Я реально занята была делами. Очень много бюрократии. Посмотрите, вот это все. Я сейчас опять все разбираю, что-то там выискиваю. В общем, и это забирает очень много времени, да. Ты в этот момент не поснимать ничего интересного не можешь, не поделать, ты просто сидишь и час за часом что-то там отвечаешь. Анкету, кстати, я не успела составить сегодня. Но имейте в виду, кто хочет поработать со мной, с блогером, да, то я вам обязательно дам знать в ближайшее время, может быть, на выходных. Ну, посмотрим. В общем, я когда сделаю эту анкету, я вам дам знать, и кому интересно, запомните. Все, спокойной ночи, увидимся завтра.